каюте было душно нестерпимо. Пахло раскаленным утюгом и горячей клеенкой. Штору поднять было нельзя, потому что окно выходило на палубу. И так в потемках, злясь и спеша, Платонов брился и переодевался. Вот двинется пароход, будет прохладнее, утешал он себя. В поезде тоже было бы не слаще. Прифронтившись в светлый костюмчик, белые башмаки, тщательно расчесав темные редеющие на темени волосы, вышел он на палубу. Здесь дышать было легче, но палуба вся горела от солнца, и ни малейшего движения воздуха не чувствовалось, несмотря на то, что пароход уже чуть-чуть подрагивал, и тихо отплывали, медленно поворачиваясь, сады и колокольни гористого берега. Пассажиров в первом классе было на редкость мало. Огромный толстый купчина в картузе с женой, старый и тихий, священник, две недовольные пожилые дамы. Платонов прошелся несколько раз по проходу. Скучновато. Хотя ввиду некоторых обстоятельств это было очень удобно. Больше всего он боялся встретить знакомых. Но все-таки чего же так пусто? И вдруг из помещения пароходного салона раздался залихватский шансонетный мотивчик. Пел хрипловатый баритон под аккомпанемент дребезжащего рояля. Платонов улыбнулся и повернул на эти приятные звуки. В салончике было пусто. Только за пианино, украшенным букетом цветного ковыля, сидел кряжистый молодой человек в голубой ситцевой косоворотке. Сидел он на табурете боком, спустив левое колено к полу, словно ямщик на облучке. И лихо расставив локти, тоже как-то по-ямщицки, будто правил тройкой, лупил по клавишам. А нужно быть немного недотрогой, немножко строгой, и он готов. Он встряхивал могучей гривой плохо расчесанных светлых волос. И на уступки пойдут голубки, и тра-ля-ля, и тра-ля-ля, заметил Платонова и вскочил. Разрешите представиться? Акулов, холерный студент, медик. А, да, сообразил Платонов. То-то пассажиров так мало. Холера. Да какая там к черту холера? Перепьются, но их и тошнит. Я вот мотался который рейс и еще не констатировал ни одного случая. Рожа у студента Акулова была здоровая, красная, темнее волос, и выражение было на ней такое, какое бывает у человека, приготовившегося дать кому-нибудь по физиономии. Рот распяленный, ноздри раздутые, глаза выпученные. Словно природа зафиксировала этот предпоследний момент, да так и пустила студента вдоль по всей жизни. «Да, голубчик мой, – говорил студент, – тащища патентованная, ни одной дамочки». А сядет, так такой мордоворот, что морская болезнь на тихой воде делается. А вы что ж для удовольствия едете? Не стоило того. Река дрянь, жарище, вонище, на пристани ругатня. Капитан, черт его знает, что должно быть запойный, потому что за столом водки не пьет. Жена у него, девчонка, 4 месяца женаты. Я
было попробовал с ней, как спутный. Дурища, аж лоб трещит. Учить меня вздумала от ликующих, праздно болтающих и приносит пользу народу. Подумаешь, мать командирша, изволите ли видеть извятки с запросами и душевными изгибами? Плюнул и бросил. А вот знаете этот мотивчик, этот прихорошенький, от цветов моих дивный аромат во всех кафешантанах поют. Он быстро повернулся, сел на облучок и тряхнул космами и поехал. Увы, мамаша, а что такое? Ну и медик, подумал Платонов и пошел бродить по палубе. К обеду выползли пассажиры. Тот самый купец, мастодонт с супругой, нудные старухи, священник, еще какие-то двое торговых людей и личность с длинными прядистыми волосами в грязном белье, в медном пенсне, с газетами в оттопыренных карманах. Обедали на палубе, каждый за своим столиком. Пришел и капитан, серый, одутловатый, мрачный, в поношенном холщовом кителе. С ним девочка лет 14, гладенькая, с подкрученной косой, в ситцевом платьице. Платонов уже кончал свою традиционную ботвинью, когда к столу его подошел медик и крикнул лакею: «Э, мой прибор сюда!» «Пожалуйста, пожалуйста», – пригласил его Платонов. «Очень рад». Медик сел, спросил водку, селедку. «Паршивая река», – начал он разговор. «Волга, Волга, весной многоводной, ты не так затопляешь поля, не так. Вот русский интеллигент всегда чему-нибудь учит. Волга, видишь, не так затопляет. Он лучше знает, как надо затоплять». «Позвольте», – вставил Платонов, – «вы как будто что-то путаете, а, впрочем, я толком не помню». «Да я и сам не помню», – добродушно согласился студент. «А видели нашу дуру-то?» «Какую дуру?» «Да мать командиршу, вон с капитаном сидит, нарочно сюда не смотрит, возмущена моей кафешантанной натурой». «Как?» – удивился Платонов. «Вот эта девочка? Да ведь ей не больше 15 лет!» «Нет, немножко больше. 17, что ли. А он-то хорош. Я ей сказал, ведь это все равно, что за барсука выйти замуж. Как вас поп венчать согласился? Барсука с козявкой. Так что вы думаете?» Обиделась. «О, дура-то!» Вечер был тихий, розовый, зажглись цветные фонарики на буйках, и волшебно-сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбрелись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пильщики-плотники, да скулил комариную песню татарин. На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, которая притянула Платонова. Маленькая фигурка капитановой жены прильнула к борту и не двигалась. «Мечтаете?» – спросил Платонов. Она вздрогнула, обернулась испуганно. «Ой, я думала опять этот... Вы думали, этот медик, а? Действительно, пошловатый тип». Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, цвет которых различить уже было трудно. Платонов говорил тоном серьезным, внушающим доверие.
осудил медика за шансонетки очень строго, даже выразил удивление, что могут его занимать такие пошлости, когда судьба дала ему полную возможность служить святому делу помощи страдающему человечеству. Маленькая капитанша повернулась к нему вся целиком, как цветок к солнцу, и даже ротик открыла. Выплыла луна, совсем молодая, еще не светила ярко, а висела в небе, просто как украшение. Чуть плескалась река, темнели леса нагорного берега. Тихо. Платонову не хотелось уходить в душную каюту, и чтобы удержать около себя это милое, чуть белеющее ночное личико, он все говорил, говорил, говорил на самые возвышенные темы, иногда даже сам себя стыдясь. Ну и здоровая же брехня. Уже разовела заря, когда сонный и душевно умилённый пошел он спать. На другой день, это самое роковое, 23 июля, когда должна была сесть на пароход всего на несколько часов, на одну ночь, Вера Петровна. По поводу этого свидания, надуманного еще весной, он получил уже дюжину писем и телеграмм. Нужно было согласовать его деловую поездку в Саратов с ее неделовой к знакомым в имении. Представлялось чудное поэтическое свидание, о котором никто никогда не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного завода и приводить ее не мог. Все шло как по маслу. Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веры Петровны уже месяца три, а для флирта это срок долгий, ну, выветривается. Но все же встреча представлялась приятной, как развлечение, как перерыв между сложными петербургскими делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове. Чтобы сократить время, он сразу после завтрака лег спать и проспал часов до пяти. Тщательно причесался, обтерся одеколоном, прибрал на всякий случай свою каюту и вышел на палубы. Справится, скоро ли будет та самая пристань. Вспомнил капитаншу, поискал глазами, но не нашел. Ну, да она теперь ни к чему. У маленькой пристани стояла коляска. И суетились какие-то господа и дамы в белом платье. Платонов решил, что на всякий случай благоразумнее будет спрятаться. А может быть, сам супруг провожает. Он зашел за трубу и вышел, когда пристань уже скрылась из глаз. Аркадий Николаевич, дорогая!